Всем привет, друзья! С вами я, Настя Гдунова. Так как я учусь на актрису, сегодня я не смогла пропустить спектакль Екатерины Мудалинской «Стихи не рождаются, случаются». Итак, сегодня мы поговорим с Екатериной, узнаем, что это за спектакль и другие интересные новости. Так что не переключайтесь. Ты актриса, и ты мама. Будешь скоро, видимо? Верь в себя и действуй, что ты. Пост поджала сразу в яму и спроси себя, а кто ты, женщина, актриса, мама? Пока, наверное, рано, но может быть скоро будет. Знай, всегда тебе помогут Бог, судья, счастливый случай. Только если будешь вон сбрасывать печаль. Сегодня такой вечер. Мне нравится тем, что он не пафосный. Нормальный такой. Очень спокойный и такой, я бы сказал, настоящий. Потому что здесь нет ничего фальшивого. Люди пришли все сюда с любовью, с хорошим настроением. Расскажи, как ты пришла к написанию стихов? Долгий опыт моей жизни. Я сначала развелась, переживала стрессы, боли, разочарования. И у меня начало колоть и свербить в сердце. И я начала думать философской мыслью о жизни. И каждый раз, когда я думала, что такое институт семьи, а какая должна быть женщина, а какой мужчина, а как нужно вообще правильно себя вести, а что сопутствовало нашему расходу, а что вообще привело к такой жизненной ситуации меня, почему. И каждое мое умозаключение, когда я размышляла, перерождалось в какое-то стихотворение. Стихотворения называются трансформационные, потому что каждый человек, который откроет любую страницу этой книги, найдет что-то очень близкое себе по духу, что-то такое, что он тоже переживал. Я обычно говорю так, книга не обманывает, она написана не мной, она написана кем-то через меня. И проверьте волшебство этой книги, подойдите, откройте, и вы увидите, что это так. Я испробовала на сотни людях, и действительно каждому попадало что-то то, что он проживал именно в это время. Сколько времени ушло на написание книги? На написание этой книги ушло, на самом деле, 10 лет. Там 310 страниц. Это большой труд, и это такой большой пласт жизни. Мне будет скоро 40 лет, и я считаю, что этой книгой я закрываю треть своей жизни, скажем так, потому что после 40, наверное, приходит у каждого переосознание, переоценка ценностей и какое-то духовное пробуждение. И следующий том я наметила, это будет том преображения. Это уже про духовно зрелое существо, которое уже по-другому видит ясными глазами этот мир. Кто пришел сегодня тебя поддержать? Сюда пришли поддержать сегодня много моих друзей. Это очень волнительно. Когда ты работаешь просто на публику, это одно. А когда ты, во-первых, не в качестве актрисы, а я здесь как автор, весь сегодняшний спектакль, который сегодня люди увидят, он написан мной от корки до корки прожит. Я взяла классную команду молодого режиссера креативного, подруг своих актрис, да, такие, которые прожили опыт. Здесь нет ни одной на сцене девочки, которая не прожила боль, предательство, разочарование, потому что моя задача этим спектаклем привести людей от прожитого негативного болезненного опыта к какому-то пробуждению духа. Это такая для зрелой аудитории, я бы сказала. Но там есть, конечно, стихи в книге, касающиеся девочкам, которые пострадали от первой любви. Они тоже могут найти для себя что-то. Но все-таки это для более такого мудрого читателя. Мужчины нас любят, а мы тогда им доверяем. А когда мужчины рядом, мы же вам детей рожаем. Слышишь, просто молю, отпусти, без тебя пойду. Энергия бежали, искры пробурила, но устранила я и этот опасный миг. Спасибо мир, что обо мне заботу проявляешь. Спасибо людям, тем, кто рядышком со мной. Удача! Ты меня на подвиги толкаешь. Какие ваши впечатления о спектакле? Это вдохновение. И эта встреча, как будто я вновь увидела Марину Цветаеву. Пусть не внешне, но то, что происходит внутри. Какое счастье, когда женщины могут признаться в самом главном, в любви. Что вы можете пожелать Кате Мудалинской в столь знаменательный день? Катя же говорит об одном. Женщина должна быть счастливой. И она будет, Катя, обязательно будет счастливой. Потому что то, что мы сегодня видели, это сотворено ее сердцем и руками. В ней очень много хорошего в Катюше, позитивного, положительного. Она очень хороший человек, она умеет слушать, слышать. Ну, вообще, я думаю, что сегодня такой вечер. То, что она подарила зрителю и полным, при полном зале вообще. Я даже не ожидала, что будет полный зал.
Молодец, Катенька, молодец. Вы смотрели программу «До 17 и старше». С вами была я, Настя Гдунова. Увидимся в следующих выпусках.